Александр Королёв, спасатель с 20-летним опытом, в отряд Щёлковского центра гражданской защиты зачислен всего несколько месяцев назад. Хорошо зарекомендовал себя в коллективе и был назначен на ответственный пост начальника поисково-спасательного отряда. У Александра большая семья, 5 детей. Для полного счастья не хватало собаки. В отряде, талисманом которого является корги Маруся, вопрос выбора породы даже не поднимался. Мечты должны сбываться, особенно если это мечта большой дружной семьи. Семьи спасателя первого класса, заслуженного спасателя России Александра Королёва. И я буду очень рада передать Мотю самые надежные руки. Спасибо большое, это большая честь для нас. Мы оправдаем ваши надежды. Трехмесячный щенок по кличке Мотя с отличной родословной. Потомок активного члена корги-отряда Маруся и друзья. Мотя у нас королевских кровей. И теперь она будет жить в семье Королёвых, что тоже символично. У нее очень хорошая родословная, отличный характер, коржиный, задорный. Она очень любопытная, она очень активная. Она очень ориентирована на человека. Мы о собаке уже давно думали, дети подросли. Пришло время, не могли определиться, но тут волею судеб, благодаря Леониду Юрьевичу, выбор очевиден. Кто привнесет эта собака в вашу семью? Счастье, 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 радость и все, что с этим связано. Ваша собака. Ага. Теперь наша собака, да? Дети постарше и будут заботиться. Вот, будут более милосердны. Вот, так что это большая радость для нас. У Александра Королёва ответственная и сложная работа, ведь за его спиной 26 спасателей, 12 водителей, которые всегда готовы к выполнению аварийно-спасательных работ. Вечером дома его будут ждать супруга, дети и новый член семьи Мотя. Не мог бы, допустим, сам себе это позволить, поэтому мы решили ему помочь. Я думаю, что неплохо получилось. Для детей это всегда положительные моменты. Это тепло, добро, и это разрядка. Для папы тоже разрядка, когда он домой приезжает. Каргиделы обсудили план работы на ближайшие месяцы. Участие в различных поисковых операциях, учениях, проводимых Щёлковским гарнизоном спасателей. Будут и занятия с детьми. Отряд должен работать. Мы должны поддерживать, рассказывать о работе спасателей. Наша сейчас служба очень актуальна и важна для нашей страны. С удовольствием вступаю в корги-отряд. Мы стараемся помогать, чем можем, развивать. Поддержка, вот эта теплота, дружелюбие – это всегда нужно, какое бы время ни было. О том, что корги-отряд – крепкая семья, говорит и этот авторский календарь. Его корги-дело дарит своим друзьям, тем, кто в трудный час подаст руку помощи и подставит плечо. Михаил Налётов, Валерий Жиглей, Щёлковское телевидение.